Работа в некоммерческом секторе – это твой шанс заниматься интересным и важным делом. Тысячи людей по всей стране работают в некоммерческих организациях и каждый день меняют мир к лучшему. Присоединись к ним уже сегодня. У нашего общества есть большая потребность в активных и неравнодушных людях. Открыть НКО может каждый, вне зависимости от возраста и образования. Это Миша. В прошлом году он закончил инженерный факультет и теперь преподает воспитанникам детских домов языки программирования и роботостроения. Ребята всего за пару месяцев собрали робота и теперь готовятся к Всероссийской олимпиаде по информатике. А это Ксюша, подруга Миши. В прошлом году она открыла благотворительный фонд помощи бездомным животным и приют. Каждый день Ксюша и ее сотрудники спасают десятки бродячих кошек и собак, лечат их и дарят им новый дом. Сосед Ксюши Иван Михайлович создал территориальное самоуправление. Вместе с другими неравнодушными жителями он озеленяет район, содействует строительству детских площадок и установке освещения во дворах. Их улица превратилась в прекрасное место, куда не прочь заглянуть и прогуляться соседи из других районов. Молодая семейная пара Витя и Оля открыли благотворительный магазин. Развивая этот социальный бизнес, они обеспечивают свою большую семью и бесплатно помогают малоимущим людям. За 2 года существования магазина они дали теплую одежду более чем 300 бездомным. А вот, к примеру, пенсионер Алексей Иванович организовывает поставки сельскохозяйственных товаров в город из соседних деревень. Это помогает соседям Алексея Ивановича подрабатывать, а городским жителям наслаждаться свежими, вкусными и натуральными продуктами. Работа в некоммерческом секторе – это новое знание. Занимаясь общественно полезным делом, ты занимаешься своим образованием. Наши герои уже меняют мир к лучшему и при этом получают новые навыки и бесценный опыт. НКО и социальное предпринимательство действительно может стать делом всей жизни. В России существует множество грантов для поддержки НКО и социального предпринимательства. Средства на реализацию важных проектов выделяются как на федеральном, так и на местном уровне. Если твое дело действительно важно, оно всегда найдет финансовую поддержку. Поиску финансирования, фандрайзингу также можно научиться. Сегодня в России открыто более 100 тысяч социально ориентированных НКО. Сотрудники некоммерческих организаций помогают другим и получают достойную заработную плату. Как найти финансирование проекта? Как создать сплоченную команду? Как эффективнее помогать своему городу и стране? Узнай больше! Регистрируйся для участия в школе НКО.